Я с вами Еданк и... Рэнди, всем привет, друзья! И сегодня мы, короче, будем наводить, смотреть город, экскурсия. Вообще жестко идет, да? Да, летать на острове. Блин, вот, знаете, билеты какие-то дорогие стоят. Да. Я, блин, столько денег отдал за эту экскурсию. Ну ладно, что. Зато самолет бомба. Ой, да ладно? Ничего страшного. Так, я тут слышал, знаете, тут какого-то одного старика историю, тут какая-то... один остров есть, необитаемый какой-то. Да? И же, да, там бывают люди, иногда нету людей. Давайте посмотрим, что за остров, я не Давай. Слышал. А, вот, я, кажется, вижу его. О, кажется, я вижу, да. Прямо по курсу почти. Так, вау, нифига себе, тут целая, как бы, туризм-площадка тут. А ну-ка! Что такое? Фу! Че заманило? Это ты, дамка? Че так не стыдно ему? Это не я! Как? Что взорвал? Кто подорвал самолет? Как взорвался самолет? Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, а вы кто? Ты что, психопат, да, какой-то? Внученьки, здравствуйте! Я тебе не внучок. Здравствуйте. Короче, добро пожаловать на мой остров. А мы вообще-то... Ой, это что такое, гараж? Мы просто хотели... Не трогать гараж, не открывать! Ладно. Нельзя! О. Не сказал нельзя! А? Ой, да это же Саша! Вышел быстро! Подожди, дай мне в туалет охота, Нет. вставай! Это мой вставай. Гараж! Драгоценный гараж мой! Дай, что? Как туалет может Ты быть драгоценным? Подожди! А бабушка, а ты чем стреляешь тут? Какими снарядами? Подождите, я покажу, как я тут стреляю снарядами. Подождите, внучки. Анна, как откуда патроны берешь ты? Я патроны? Да. Ё-моё, сломали меня, блин. Не могу сесть теперь в этот туалет. Ладно, тогда так а сделаю. Я могу. Вот так сделаю. Повернитесь ко мне. Уи, что ты делаешь, Анка? Подождите, идите сюда, внучки. А? Вот так вот, встаньте в ряд прям. Стой, бабушка. В ряд встаньте, быстро. Бабушка, ладно. Стой, на, садись, на стульчика. В ряд встаньте. Ну ладно. Все, непослушные встал, внучки. Встал. Вот, стали, теперь смотрите на меня. Ты, дамка, уйди. Уйди. Эй. Только, пожалуйста. Смотрите на меня, смотрите. Пошел вон отсюда. Пошел вон. Офига, блядь. Все, смотрите на меня. Что? Блин, ты чё, прошлогодний борщ ела, что ли? Ой, фу. Да, кстати, о борще. Ты когда вообще... Вот он, борщ, ты вот что он. Вообще ешь, ё-моё? Ребята, ой, какой, ой, горячий. Нате борщик, покушайте борщик. Не-не-не-не-не, я лучше поголодаю, блин. Не-не-не-не, вы что, ребята, вы же из, как бы, далекого места прилетели. Нет, я лучше умру здесь, чем да, буду кушать да. твою еду, ё-моё. На, бабушка, стоп, сядь на этот прекрасный стул. Ой, внучок, спасибо. Я что-то немножко устала, а действительно. А теперь полетели! А? Ты что не полетели? До свидания! Ну что там, что сделали? Внученьки! Блин, жалко, что бабка умеет плавать, блин. Ладно, вам мало не покажется. Идите сюда! Она тебе пилу достала! Нет. Бабушка, успокойся, сядь еще раз. Ну ладно. Успокойся. Ой, спинка болит. О, хорошо, наверное, да тебе? Спиночка моя. Ой. О, ребята, я тут нашел на этом базуку какую-то нашел. Извините. Бабушка, откуда у тебя такая базука? Зачем тебе нужна? Так, внучок, слез быстро, это башня моя. Ну как бы это. Мы можем пожаловаться полиции, что у тебя есть незаконное оружие, как бы. Да. А ты, я как бы понял, ты из нас сбиваешь с этих самолетов. А я думаю, что у нас самолеты падают. Все хорошо, подождите, внучата, подождите. У меня для вас кое-что есть. Шоколадный пончик. Где? Вот, покушайте. Фу. Знаю я такое. Погрызите его, покушайте. Уж... Фу, нет. Я его съел. Ой, молодец, внучок, как раз у тебя мало жизни. Нет, я взял. Ой, точно. О, внучата. Вы, наверное, проголодались. Да. Ну, вообще-то а да. А я заболел. Можете, надеюсь, пожалуйста, у вас хотя бы чай есть лекарства. Нормальный? Проголодались, значит? Да. А я заболел, дайте лекарства, пожалуйста. Ну ладно, внучата, если вы проголодались, то пожалуйста. Подождите, внучата, не трогайте. Я кое-что вам покажу, подождите. Вы, короче, должны
покушать. Сними, убери. Амка, не трогай, говорю. Дай покушать. Нет, сейчас дам. Вот теперь можете покушать. Что-то мне это не нравится, лучше, наверное, не есть, да. Вот сюда, вот видите? Покушайте сэндвич, ну уж. Два. Ребята, ребята, подождите. Для вас кое-что интересное есть. У меня есть питомец, живет в туалете. А ну-ка загляните в туалетик. Нет, нет. Ребят, нет. А, нет, нет, нет. Что за зеленая какашка? Это из канализации. Нет. Зеленая жижа. У нее какашки живые, фу. Не трогайте, это мой питомец. Капец, что делаете? Воняет он. Что? Давайте грохнем этого питомца, все. Да, как вы смеете? Ох вы, блин. Подождите. Мне нужно кое-что сделать, не заходить в туалет. Совсем сдурели, внучки. Блин, странная бабка вообще, да, блин? Ё-моё. Так, ладно. Ну... Он меня вырубил! А, нет! Мой же питомец, мой огромный питомец. Зовут его... Это Борис. Борисёнок. Не трогайте его, он как кошка маленький. Не трогайте. Не-не-не-не-не-не. Уничтожайте его, пацаны. Эй, вы что делаете? Твой питомец, он нас может убить, понимаешь? Да. Ну что, он с туалета вышел. Ну у тебя капец какие какашки большие. Он хотел покакать, а вы не дали ему. А что канализацию это добро не сделал? Что это стреляет, дурачок, не стреляй. Короче, ребята, ну я на необитаемом острове уже 100 лет. Мне нужно как-нибудь, наверное, отсюда выбраться. Помогите мне, пожалуйста. Ладно, сейчас у меня есть друг, он, короче, самолетами занимается. Авиарейсами. О, да ладно. Сейчас я ему позвоню, он сейчас прилетит. О, давай. Подожди, подожди, тихо. А паузу. Не надо. Так. О, внучки! Вот нифига себе самолет. Какой еще самолет? Вы че? Я не умею как садиться, подэтывайте меня. Вот здесь, вот так вот, давай, подсади ее, дамка. Опа, садись, давай, 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 бабуля. Бабуля. Ничего себе. Ой, еле-еле. Давай. Ты смогла сесть? А что я стою на месте, твою дивизию? Я тоже стою на месте. Ой. Классно. Опять не удалось. Вот бабуля. Он не заводится, извините. Гороховый суп переел. Я ж тебе сказал, не кушай никакого горохового супа. Нет, бабушка взорвала. Ай, извините. Не пукай. Ладно, простите, внучата. Не пукай. Простите, старую каргу, уже старую. Классный город крутой. Иди в туалет, понимаешь? Ой, где? Ну не в самолете. Где туалет, скажите? Вот, иди сюда, пойдем. На, здесь, у моего соседа как раз, у него, у меня как раз дом затопил. На, здесь заходи, вот давай. Здесь, да. А, сюда можно? Да, 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 что хочешь там делать? Ой, ну все, Найс, лучше уйти. Ой, какой газы, смотрите, ой. Фу, блин. Ой-ой. Моему соседу он не понравится, газы, блин. Газы хорошие. Ой, ну все, соседа дома напердели, теперь что делаем, ну чата? Пойдемте в магазин. Магазин? Я сейчас куплю нормальную еду для бабушки. Арбуз, там, не знаю, банан. Сейчас. Ой, гороховый суп уже надоел. Ну, спасибо, внучок. Ну там вот, налево. Бабуля. Ой, поешь ты... нормальную еду, наконец, ё-моё. На. Арбуз. Где бабуля, ты? Ну, нам. Ну-ка не трогать мой арбуз. Кушай на здоровье, блин. Надеюсь, у тебя такой... Тебе что сказал? Давай, простите. Иди в туалет. Ладно, 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 все, я пошла. Я пошла, ну что, да простите. Блин. Ой, не держит клапан. Клапан не держит. Простите, я не могу. Ну что, ребята, она наш город завоняет весь. Мне кажется, надо противогазы будут носить тут уже. Как в ЧАЭС. Внучата! Что ты, зачем? Алло, а честно ты бабушку и пердящий делаешь? Блин, вообще, фу, уже весь город, кажется, воняет, начинает. Блин, сейчас подождите. Скоро сосед мой вернется. Ребята, подождите, кое-что, подождите. И... Нет, ты что делаешь? Ты что наделала? Ой, извините.
Ты что наделал? Ты хотела наш город только что захватить, ё-моё, с этими своими какашками, ё-моё. Ой, подождите, подождите. Ой, не могу держаться, простите. Нет, нет, бежим, бежим, бежим. Фу. Ну, этот раз нормальный, маленький, ничего. Маленькая какашка пойдет. Да. Нет, 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 нет. Ох. А, за мной бежит какашка, твоя дивизия. Блин, все, все, давайте быстро, быстро вызывайте самолет. Ребята... Ребята, все, до свидания, я лучше уеду на Ай! Ай! Бабушка, все, тебе пора, давай садись, поехали. Ой, ладно. Как бы экскурсия закончилась. Отвези меня на остров, пожалуйста, внучок. Ох, блин, она сейчас, ну, наш город затопит, ё-моё, своими какашками. Внучок, внучок! Сейчас, подожди, старая карга. Поехали. Где вы? Такси ждет. Где вы? Давай. Возле палаток. Я тоже прокачусь. Каких палаток? Твоя дивизия, внучок. Какой же ты бездарный. Не могу найти, у меня зрение плохое. Ох, ё-моё, это бабка. Все, 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 вижу, внучок. Погнали, ё-моё. Внучок. Ну, внучата, ну что вы такие прям... Сливали, давайте лучше без её, какой-то апокалипсис. Еле-еле хожу, ой. Нет. Давайте, ё-моё. Давай, давай. Я, пожалуйста, не пёрни. Бабушка, ты сколько тарелок съела? 50. Нет. Извините, не могла удержаться. Да. Ну, чувак, что ты стоишь на месте? Дуралек, что ли? Да, ты по... У меня голова кружится. Ты вообще... А, блин, голова кружится. Ну, чувак. Да я, да я. Мне тошнить, я спёрну. Тошнить начинает, ровно веди. А, фу. Ой. Опять. Я тебе еще раз говорю. Будешь своим пукать в острове, ё-мэн. Хорошо, отвези меня. Ой, отлично. Фу, блин, но... Ладно, все, полетели. Не буду, хорошо. Я не буду пукать. Ладно, внучата, уговорили. О, у меня... Потому что я съел арбуз. И сейчас арбуз супердань. Я уже устал эту бабку нюхать. Ой, ладно. Ну, чата, добро пожаловать. Я тебе сколько раз говорю, не пухай. Ой, добро пожаловать в мой остров. Заходите все сюда, заканчиваем. Давайте, давайте, давайте. О, вот ладно. Твой туалет, короче. Заходите внутрь. Теперь я понял, зачем здесь туалет особенный вот, стал. Да. Молодцы. Все, на этом все, ребята. Я закрыла внучков. Теперь мы заканчиваем.